Здесь картошка свежая, лучок, жирок и мясо. Буду сегодня делать тушеную картошку с мясом. В растопленный жир отправляется лук. А вот и жир превратился в шкварки. Кто любит, ставьте лайк. Обжарил лук и добавляю мясо. Потушил 10 минут, добавляю картошку. Картошку я заранее промывал. Все перемешиваем. Для меня одного это будет много. Поделюсь с Хьюго. Потушу все вместе еще 5 минут. Запах такой вкусный пошел. Добавляю сюда воды немного. Потушу 20 минут. Потом закину соли и перца. Картошка тушится. Добавляю туда еще укропа немножко и добавляю соли. О, запах тоже какой. Так, что у нас тут получилось? Вкусно пахнет. Круто вообще. И Хьюго тоже еще наложу. Хьюго, кушай.
Сегодня мы будем готовить одно очень простое и очень вкусное грузинское блюдо. Для его приготовления нам нужен будет картофель, лук, чеснок, помидоры и кусок мяса. Килограмм мяса у нас. Будем готовить много. Наткнулись на рецепт в Инстаграме, понравилось, решили попробовать приготовить. В принципе, очень просто готовится. И все ингредиенты, по сути, не особо дорогие, в общем-то говоря. Типа таких вот кусочков нам хватит. Заканчиваю уже с нарезкой мяса. Старался нарезать ее ломтиками. Не кубиками, не квадратиками, а ломтиками вот такими вот. И старался делать потоньше, чтобы быстрее, в общем, прожарилось это все дело у нас. Друзья, строго не судите, готовим в первый раз и по рецепту, который нашли в Инстаграме. Вон у меня тут еще один лоб появился, который сидит и ждет, пока ему что-то обломится. Но я ему уже и так дал жир. Я тебе уже дал жир. Соль и специи буду добавлять в конце, как указано в рецепте. Пока мясо готовится, нужно нарезать лук, помидоры, чеснок, подготовить приправы. Мясо примерно наполовину уже готово. Помидорки. Далее солим. По вкусу приправа хмели сунели, и базилик. Я базилик особо вообще не люблю, и чесночок. Запах пошел какой. Ё-моё, как в ресторане.
Что нам понадобится для пиццы? Для начала это тесто. Мы растопили 180 миллилитров сливочного масла. Оно у нас еще горячее. Сейчас мы в него добавляем 0,33 холодного ледяного пива прямо с родника. И все это тщательно перемешиваем. Далее засыпаем туда сразу же муку. И прямо рукой хорошо все это перемешиваем. Для этого мы и одели перчатки. Так, тесто наше мы замесили. Сейчас припылим все это мукой, остатками муки. Выкладываем наше тесто. Тесто наше хорошенько перемешиваем. Так, пока наше тесто отдыхает, занимаемся соусом для пиццы. Берем 2 зубчика чеснока, раздавливаем и мелко шинкуем. Добавляем майонез и добавляем кетчуп. И все это между собой хорошо перемешиваем. Получится чесночный кетчунес. И тоже убираем его в сторону. Далее занимаемся нарезкой огурцов. Далее нам нужна колбаса. Далее нам понадобятся помидоры. Оливки и маслины мы нарезаем просто напополам также. Так, мы открыли банку шампиньонов, они у нас уже нарезаны. Дальше нам понадобится сыр. Комкаем, сминаем. Берем скалку. Добавляем немножко масла в сковороду. Размазываем его по всей сковородке. Берем наше тесто и выкладываем его в сковороду. И сковородки уже распределяем. Далее берем наш соус, еще раз его перемешаем. И хорошую ложечку прямо на тесто. И распределим равномерно. После соуса колбасу выкладываем огурцы.
После огурцов идут помидоры. Далее наш сыр. И поверх сыра оливки и маслины. Все, наша пицца сейчас отправляется в духовку. Итак, угли в нашей дакоте уже прогорели. Печь разогрета. Выкладываем посередине камень. Даже повыше. Камень на камень. Проверяем, что все держалось, стояло хорошо. Берем нашу замечательную лесную пиццу и ставим ее ровно посередине печи. Берем обалденную дверь, которую сделал нам Федя. Закрываем. Итак, прошло полчаса. Открываем крышку. Достаем нашу пиццу. Тесто готово. Сыр расплавился. Сейчас мы ее убираем и выкладываемся на новую. Таких будет 4 штуки. Это вообще волшебство просто. Лесное волшебство. Пицца нарезается. Поужинаем. И? Еще раз поужинаем. Дважды поужинаем. Мы уже 2 пиццы скушали. Да, 4 пиццы. Это просто балдежный ловитель какой-то. Сегодня мы будем запекать ребра в фольге, в углях. Давно не готовили ребра, особенно в углях. И как раз сегодня подходящий момент. Добавлю пол головки лука и 5 зубчиков чеснока. Убираем пленку с ребрышек. И делаем надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось. Добавим смесь перцев. Базилик сушеный. И паприку сладкую. Немного горчицы. И теперь все это втираем.
сюда добавим чеснока. С одной стороны, и то же самое все с другой стороны будет. Лук. Можно даже вот так сюда засунуть. Тут так вкусно пахнет сами вообще. Ага. Сейчас добавим сюда еще соевого соуса. И можно запечатывать. Польем сверху. И так и он в нем и запечется. Заворачиваем. Саня уже дождался. Говорит, угли готовы. Слоя 3-4 оберну, чтобы не подгорело. Можно даже больше, наверное. Скорее всего, больше. Ребрышки отправляются в сани. Так, все, друзья, отправляем ребра. Ребра. Оп! Домой. И обкладываем их. Всех сторон. Ребра уже приготовились у нас. В принципе, не все так плохо. Надо было масло добавить. Да, забыл я масло добавить. Все по моей вине. Ну что, пробуем? Кружки. А где кружки? Вот такие ребрышки получились. Михаил, а где кружки? Вкусные. Хорошо. Даже без соли очень вкусно. Да? Вообще. Это хорошо. Там тепло. Плов готов уже. Да, даже чуть-чуть подгорело. Нельзя. Что, приятного всем? Приятного? Приятного.
Добавляем мясо. О, какой кусок. И перемешиваем. Сегодня будем готовить рис с овощами. Вау. Здесь болгарский перец 3 штуки, лук 2 штуки и курица. И сюда еще пойдет кукуруза. Все, сейчас ставим рис вариться в сковородке. Рис потихоньку варится, почти уже готов. Сейчас он сварится, переложим его куда-нибудь в тару и начнем жарить все остальное. Рис приготовился, немножко поджарился. Но это наоборот. Зато рассыпчатый. Да. Наоборот, будет вкуснее. Прям такая какая-то. Смотри, нормально такая корочка, как запеканка. Теперь добавляем немножко масла. И закидываем туда курицу. Курицу обжариваем до золотистого цвета и потом добавляем лук. Добавляем лук. И жарим еще 10 минут. Добавляем болгарский перец. Мели-сунели. Чеснок у нас сушеный. Можно и добавить обычный. Черный перец. Все перемешиваем. Здесь 1/2 ложки томатной пасты. Немного воды. И перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим еще 10 минут. И не забываем про соль. Да, воды еще добавь. Водички маловато налил. Делаем огонь поменьше. И тушим 10 минут. Когда в избушке готовим, встает очень жарко. Приходится открывать двери на растопашку.
10 минут прошло. Только посмотрите, какой гарнир у нас получился. Насыщенный, красный. Обалдеть. И добавляем кукурузу сюда. Перемешиваем. И еще на минутки две потушим. Прошу к столу. Вау. Очень вкусно. Мы еще хотели с горошком покушать, который не открывается нифига. Офигеть! Чем раньше так не готовили, да? Угу. Это бывает, знаешь, блюдо приготовишь какое-нибудь, и у него один вкус. Угу. А здесь прям все чувствуется. И перец, и кукуруза, и мясо. И рис. И рис, обалдеть вообще. Вкуснятина. Всем приятного. Приятного аппетита. Сначала обжарим лук, потом закинем мясцо с тушенкой. Застывший.
Жарко уже готово. Добавляю макароны. И заливаю горячей водой. Макароны уже почти готовы. Открываем крышкой. Пускай настаивается еще немножко. Запотеет объектив. Бульончик. Все, хватит. Гречка очень вкусная будет. Вкусно. Сегодня мы готовим фаршированные перцы. Избавились от внутренностей. Так, у нас фарш тут, свинина с говядиной, лук и риса немного. Для начала переваливаем фарш в лук. Сюда же закинем рис, соль, перец. И все это перемешаем до однородной массы. Добавляем риса. Солим. И добавляем смесь перцев. И хорошенечко перемешиваем, чтобы все перемешалось. Так, один готов. Первый пошел, второй пошел и третий пошел.
Так, что тут у нас? Перцы готовятся. Вкусно будет сегодня. Всем приятного, друзья. Мы будем кушать. Готово. И вот так вот их.
чуть-чуть. Добавим соли. Так, какие сладкие, поджаристые. Сочные. Нормалек. Так, с юга нельзя. Сегодня у нас будет яичница с тушенкой, с перцами и помидорами. Закиду? Да, закиду. С помидорами, с перчиком. Завтрак чемпионов. Сырку бы еще туда добавить. Ох, шикарно было бы. Много. Да не. Не. Вот сие творение, вкуснятину. Покушаем яичницу и приступим к работе. Закидываем лук. Минутки 3 обжариваем лук. Добавляем томатную пасту вместе с помидорами. И добавляем 2 столовые ложки аджики. И 3 столовые ложки соуса ткемали. Раз, два, три. Хмели сунели, приправа. И посолим. Вот так. Ну и перчик черный. Немного. Закрываем крышкой и пускай 5 минут потушится это все вместе. Какой запах вкусный. Прям запах остроты чувствую. Так, все это перекладываем по тарелкам весь наш соус. Казан промыл.
и наливаю туда воду. Все это накрываем крышкой и варим 1,5 часа. Раз. Вот это мумука. А вот это вот лучара. Вареный лучок. Отправляем мясо туда и нашу поджарочку, которая была в самом начале. Опа. И все это перемешиваем. Выглядит как солянка, но не солянка. Еще немного воды добавим. Опа. Закрываем крышкой и ждем, пока сварится рис. Ох-ох-ох-ох-ох. И добавляем сюда целую головку чеснока. Раз. Два. И два. Вкусненько. Один есть. Красота. Вкуснятина. Охренеть. Вот грибочки. Приятного? Приятного. Очень вкусный получился. Мягкий, нежный. Шикарно.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Гречку с фаршем и с помидорками. Сковородка. Отправляем помидорки и минут 10-15 потушим еще. Добавим гречки, стакан. И 3 стакана теплой воды. Ну, добавим 2, а потом посмотрим, приготовилась она или нет. Так, друзья, добавили в гречку, уже под конец гречка почти готова. Готова, наверное, на процентов 90. Закинул чеснок туда. И я думаю, можно уже выключать ее. Гречка сама дойдет. Там как раз водички осталось, чтобы гречка дошла сама. Ну все, будем кушать. Сегодня готовим макароны с овощами. Лучок уже готов. И с мясом, конечно же. Кидываем мясо. Мясо у нас свинина. И жарим до золотистого цвета. На сильном огне. Закидываем помидоры. Ставим медленный огонь и тушим. Все у нас вот потушилось. Тушили минут 10 примерно, ну как помидоры развалились. Добавим смесь перцев. Мелиссу, нелли.
И все это перемешиваем. Отправляем макароны, заливаем водой и ждем, как приготовится. Пол пачки макарон нам будет достаточно. Даже много будет. На два раза, наверное, нам хватит поесть даже. Добавлю пока столько. Хватать не будет, добавлю еще воды. Добавим еще немного воды. Макарошки почти готовы. Добавляем сюда укропа с петрушкой и чеснока. Сейчас все размешаем, и макароны дойдут уже. Запах петрушки пошел. Все, макарошки настоялись. Можно подавать. Да, вот еще завтра нам позавтракать. И все. Приятного аппетита. Приятного. Мясо зачетное. Душевно. Сегодня будем готовить суп с фрикадельками в казане. Сейчас фарш замешаем вместе с луком. А, еще и соль сюда нужна. Ого, не быстро это дело будет. Вот такие тефтели делаем маленькие. И ставим казанчик с водой уже греться. Добавляем 2,5 ложки риса. Сюда же поджарочку сразу. И картошку. Доводим до кипения и варим под крышкой еще 15 минут. Закипело, забурлило. Варим 15 минут и добавляем тефтели. Добавляем тефтели. Лавровый лист. Черный перец и еще немного соли. Доводим до кипения и варим еще 15 минут. Суп уже почти готов. Сейчас добавим сюда зелени, петрушку, укроп и лук зеленый. И на этом все. Блюдо готово. И добавляем зелень. Нормальный супчик. О, сытный, наваристый, вкусный. Запах какой пошел. Тебе сколько, Настя? Много. Это пол тарелки, Михалыч. Все. Тебе, Саня, столько хватит?
Да, но добавь еще воды чуть-чуть. Приятного. Всем, приятного, друзья, приятного всем. Аппетита. Приятного аппетита. Где кружки-то все? Там, наверху. Блюдо называется гречка по-купечески. Туда, по идее, не входит перец, но мы добавим. Так вкуснее. Да, но у нас морковки нет, морковка еще нужна туда. Начнем готовить. Добавляем растительное масло, можно добавить сливочное. Добавляем гречку. Подсушим ее на среднем огне. Средний огонь. И жарим до золотистой корочки. Ни разу не видел золотую гречку. Чуть еще добавлю масла. Уже золотистая. Сейчас ее перевалим в другую тару и начнем жарить фарш и все остальное. У нас фарша получается 600 грамм. На медленный лучше пускай. Там еще так шарится все. Так он это застывший. И добавляем помидоры и перец. И обжариваем минут 5. Совсем забыли про лук. Добавляем его сейчас. И добавляем гречку. Вливаем воду, чтобы слегка накрыло гречку. Солим. Открываем крышку, пока полностью вода не испарится. Или не приготовится гречка. Или не приготовится гречка. И ставим минимум огня. Гречка готова. Добавляем сюда чеснок. И перемешиваем. Запах-то какой вкусный. Когда газ включен, вообще невозможно везде находиться. Вообще. Закрываем, пускай еще стоит, настаивается. А мы пока рубанемся в монополию. Такую гречку лучше подавать, пока она горячая. Мы так и поступим. Кушать уже очень сильно хочется. И, кстати, вот тарелочки. Это нам еще Дима Оптимист подарил. Тарелки крутые. Чуть хватит только? Да. В общем, Дима, еще раз спасибо. Ну и осталось нам гречки еще на завтра. Позавтракать, пообедать и отправляться в путь. Друзья, много вопросов. Очень-очень много вопросов по поводу Хьюга. Чем вы его кормите? Я сейчас варю ему кашу. Эта каша будет, во-первых, с фаршем, ну, который мы покупали, фарш, свиной удар, там что-то, или типа того, да. Вот, это жир от мяса, чтобы кашка была наваристая. И сюда еще закинули немного кусков мяса, той же свинины, которую готовили вчера. Попросил Михалыча немного оставить для каши. Вот, это сейчас все сварится,
И я добавлю ему целый стакан. Тут получается перловка, рис и гречневая каша. Этот котелок 1,5 литра. И хватает ему на 2 раза покушать. Сегодня он уже поел. Я вчера купил, короче, тут улицу. Угу. Тверская. Так, а я где на грузинском? 3, 1, 2, 3. Смоленская беру. Давай. О, гречка очень вкусная получилась. Спустя ночь курица замариновала. Сейчас ее в пакеты берем, а позже будем жарить. Да, она замариновалась. Круто. Сливочное масло. Ну и курицу добавляем. И жарим по 15 минут с каждой стороны. Говорят, этот рецепт Владимира Высоцкого. Курочка у нас мариновалась не 2 часа, как по рецепту сказано, а часов, наверное, 14, может 15. И сейчас посмотрим, что это будет на вкус. Я думаю, будет офигенно, потому что пахнет это божественно. Слабовато поджарилось, да? Угу. И с другой стороны еще на 15 минут. И придавливаем. Так, 15 минут прошли, пресс убираем, весь пресс. Фьюга пришел, куда-то собрался опять кого-то, что-то почуял, Михалыч. Ничего, здесь не выйдет. Да, ты посмотри на него. И смазываем сметаной. Ох, с этой стороны хорошо поджарилось. И со второй стороны тоже смазываем. И обжариваем с каждой стороны еще по 5 минут. Вот такая курочка получается. Это без сомнения, скорее всего, самая вкусная курица, которую я когда-либо пробовал. Еще обжариваем 5 минут и достаем. Пока убираем курицу в фольгу. И сейчас будем варить гречку. Фольгу убираем, чтобы не остыло. Да, и пахнет очень-очень вкусно.
И мы еще решили на этом же масле, на котором жарилась курица, приготовить гречку. Гречка обалденная получилась. Я думаю, кусочками можно от нее отрывать. Без сомнения, самая вкусная курица, которую когда-либо я ел. Готовим сегодня казан-кебаб из говядины и картошки. Картошка у нас своя, говядина не своя, магазинная. Лук и зелень. Зелень так для украшения, и лук тоже вот красный, тоже для украшения. И может быть еще помидоры добавим. Все, сейчас разжигаю костер, заливаю пол-литра масла в казан, закидываю туда картофель, обжариваю до золотистой корочки. Ну, в общем, все покажу еще. Масло раскалилось, закидываем картошку. Варим до золотистой корочки. Все, сейчас буду доставать. Какая красивая картошка получилась. Да, вообще четко. Так посмотри, да. Что у меня не получилось, блин, прошло. А она готовая, ты точно посмотрел? Ее еще тушить надо будет 40 минут. Блин, круто получилось. Вообще, смотрите. Сюда же добавляем мясо. Прям такими кусками большими. Мясо промывал, но все равно почему-то кровь выходит. Закидываю одну луковицу и добавляю соль. Мясо доводим до такого состояния, сливаем половину масла, добавляю картофель и накрываем крышкой и тушим 40 минут. Не, пускай мясо снизу будет, картошка сверху. Мы же еще решили туда помидорок добавить. Да, мы еще добавим помидоры туда. Сейчас я нарежу быстренько и закину. Добавляем помидоры. И все, пускай дальше тушится. Укроп и петрушку. Это добавим в самом конце, но это для любителей. Это в рецепте нету. Мы захотели вот так вот сделать. И помидоры тоже мы сами захотели сделать. Это в рецепте тоже не было. А еще и добавим мы перец туда. Ну все, готово. Посмотрите, как это выглядит. Сейчас добавляю сюда зелень, лук. И оставляю на минут 10 еще отдыхать. Еще и красный лук. Вот так вот.
его кольцами нарезал. Ну, это тоже на любителя. Но мы так придать красоту. Сделает так. Это вот вообще красотень получилась. Вот, вкусно. Вкусно. Давай, дегустатор. Соли хватает? Всего хватает. Вкусно? Вообще. Ой, как вкусно, мама Джан. Просто за 10 минут все умято и чайком это все запиваем. Картошку уже почистил, порезал. Сейчас буду лук. Вот так вот. Небольшими кусочками резать. И со свиной шейки, в общем, это все у нас будет. Мясо получится, наверное, так же, как и картошки. Картошки у нас мало, мяса много. Мясо надо уже использовать, а то испортится. Такой кусок шейки. Будем нарезать. Вываливаю? Да-да. Фу, прям лицо мне этот углями. Вот пошел процесс. Слышите запах, друзья? Да. А? Слышите? Слышите, да. Все, закидываем. Просто активируем. Только посмотрите, что тут происходит. Я думаю, надо картошку уже добавить, Миша. Не, рано еще. Только посмотрите, полчаса уже тушится. Вот это круто. Опа! Вот так вот. Отлично. Ништяк. Давай, накладывай. Запах вообще шикарный.
Не зря добавили сушеный чеснок в конце. Офигительно. Я думал, мясо сухое получится, оказывается, нет. Да, ништяк. Всем приятного. Приятного аппетита.